И как бы на студийке сыграно нормально. Все, что он пытался играть вживую, это просто провал. Я не знаю, сейчас любой можно открыть Metallica One. Вот какая-то там Ирландия, допустим. Да, вот это место, я говорю, ну, мы обсуждали же Ван, что для меня самое, наверное, дресня во всем Ване. То есть так эта песня достаточно гиблая, но вот эту да-да-ба-ба-ба-да-да-да, это же просто, ну, реально, гном пивососа на привале. Прямо вот распилили бревно, сели туда, налили эль и пошло, как бы. То есть как это вообще, ну, я не понимаю. Это прям вот эти все кружки с элем прям. Давайте, ребята, ох! Классический хэтл просто. Ладно, надо дождаться попытки. Вот сейчас смотрите, как он будет пытаться карданить. Ну или точнее двухбочить. Вот, пытается, видите, уже должно пойти, как бы тык-тык-тык-да. Пошли секстоли, из этих шести нот секстоли, дай бог, 2,5 отыгрываются, дай бог. Ну, слышишь, да? Да, ты классически протирались. Фальшмейстер. То есть собаку мучают дети. Вот здесь там... Да, то есть там иногда 4 ноты с половиной, иногда какие-то 5, там, ну, в лучшем случае. 6 не бывает никогда. То есть, ёпта. Ну вот вам, собственно говоря, и кардан, поэтому как бы нет. Ларс это точно не про кардан. На студийке, может быть, они тоже как бы там замедляли и так далее. Может, ссылку на драмер того сейчас?